50 лет в строю, полувековой путь жизни человека государева Алексея Игнатьева теперь можно разбирать чуть ли не по отдельным строчкам. Уникальный двухтомник российского дипломата, участника русско-японской войны, переиздали в Приморье. Эта книга рассказывает о человеке, который всю свою жизнь отдал на службе Отечества. И какое бы ни было Отечество, он не изменил своей роли. Будь ли то царское управление, а он закончил пажеский корпус, был кавалергардом, состоял премьер 30. Алексей Игнатьев подробно описал устои и нравы императорского двора, в том числе нюансы церковной жизни высочайшей семьи. В 1917 году, будучи военным атташе во Франции, дипломат не выдал 225 миллионов рублей еще царских денег эмигрантам. Средства отправил назад в Россию и передал советскому правительству. Когда будете читать это произведение, это действительно произведение, потому что это блестяще написанные книги, очень талантливым человеком, об очень сложном времени, просто целая эпоха проходит через эти страницы. Сегодня становится понятно, что в наше вот новое драматическое время эта книга просто нужна. За 3 года по специальной программе в Приморье приобретены или изданы почти 70 наименований книг дальневосточных авторов. 48 тысяч экземпляров безвозмездно переданы в городские и сельские библиотеки. Евгений Михайлов, Телемикс.